Девчонки, здравствуйте! Сегодня будет маленькая посылочка, но я очень люблю показывать товары для маникюра. Поэтому с удовольствием покажу. Очень ее ждала. Здесь должны быть стразы с AliExpress. У меня как раз девушка где-то недели две назад спрашивала. Катя, посоветуйте хорошие стразы с AliExpress. Но мне тогда не пришла еще посылка эта. Я сказала, что ждите. Сейчас я вам все по порядку расскажу. Значит, смотрите, вот именно вот эти вот очень хвалят. Там, посмотрите, там 4000 комментариев и отзывов. А с чем меня привлекли эти стразы? То, что они очень мелкие. Я хотела именно мелкие. То есть, если вам нужны крупные, у меня вот они лежат. Здесь у меня рядом прям на столе. Если вы сравните, вы сейчас увидите, что они намного... Вот еще такие надо поискать, как маленькие бриллиантики. Мне нужна была именно вот такая мелочь. Вот такие у меня есть. На Красотке Про я заказывала. Безумно хвалят. Очень хвалят. Я взяла по две, потому что они, ну, как бы здесь не очень, не так уж прям... Ну, в принципе, здесь не сказать, чтобы сильно мало, да? Я взяла, я вам сейчас точно скажу, потому что там очень большой выбор. Я вам сейчас скажу, сейчас я в телефоне посмотрю, потому что я там перечитала все отзывы, я никак не могла определиться. Значит, смотрите, вот это вот Clear AB, чистые AB, потому что там тоже прозрачных несколько. Но я, пересмотрев там отзывы, поизучав, посмотрев фотографии, этих сейчас мы их откроем. Я все-таки решила взять Clear AB, то есть чистые две штуки. За то, что я знала, что мне они понадобятся, я сейчас хочу заказать и уже больше не заказывать, мне надолго хватит. Я сразу взяла. Там многие девочки пишут, что берите два пакетика, потому что их прям не супер-пупер много. Я поэтому взяла сразу два. Значит, когда я покупала, стоило 120 рублей пакетик. Этот, значит, называется, девочки, микс колор, то есть здесь все цвета намешаны, это очень удобно, то есть здесь можно и розовый, и салатовый, и красный, и черный, то есть все возможные. Этот я взяла один, он тут, значит, смотрите, 200 рублей он стоил, здесь сейчас мы сейчас с вами их откроем, разный, как говорится, калибр, и от маленьких до средних, до гигантских, то есть, но больше всего, я честно говорю, сказать, я ждала вот эту мелочь. Вот эту мелочь, даже многие вообще выкладывают там. Но мне хотелось именно маленькие вот такие стразики. Больших у меня навалом. Я хотела именно мелочь. Так что, если вы ищете крупные, это не для вас. Но учтите, в этом магазине их там завались. То есть покопайтесь. Но вот эти именно, они мелкотня. Сейчас я вам скажу, там... Ой, ну неземной они, конечно, красоты. Сейчас мы будем с вами открывать. Давайте посмотрим, что я еще заказала в этом же магазине. Вот смотрите, значит, я взяла, он там, сейчас скажу, господи, зачем я закрыла, мне так удобнее с вами общаться, потому что у меня очень много заказов, и я все время путаюсь. Значит, вот эту штуку я заказывала за 151 рубль. Там тоже они разных, я взяла круглые для хранения стразов, чтобы это не было вот такие вот пакетики. Хотя пакетик, смотрите, очень удобно закрывается, то есть он здесь фиксируется. Но я буду сюда пересыпать, мне так удобнее. И эти тоже пересыплю. Сейчас мы сейчас с вами все сделаем. Давайте уже до конца откроем, да. Значит, там вот еще были квадратные, прямоугольные контейнеры, более вытянутые. Я долго думала, решила взять самый маленький. Вы посмотрите сами, да, какой вам лучше взять. Больше всего меня удивил вот этот комплект. Таких мне вообще ни разу не попадалось. Я поняла, что вау, 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 супер штука. Значит, смотрите, что это такое. Сейчас мы с вами откроем. Это для работы, для удобства со стразиком. Если вы хотите разных цветов. Стоит он там 200 с чем-то рублей. Потом я вам все потом напишу. Ну и ссылочки оставлю, конечно, на этот магазин. Вы можете взять, допустим, трех цветов, вот так вот поставить, да, насыпать разных, сюда красненьких, сюда черненьких, да, сюда крупненьких. Вот так вот ставите. Очень удобно работать. Их тут очень много, ребят. Я даже не знаю, 20 штук. Ну, плюс можно еще для разных дел использовать. Я взяла для стразиков.
То есть разные стразики насыпать и прикреплять. Меня очень заинтересовало. Раньше никогда мне не попадались такие наборы. Ну, они любят такие мини-опт делать. Мне бы, в общем-то, вполне хватило 3-4. Но китайцы любят оптом все продавать. Давайте вот мы сейчас откроем аккуратненько, потому что пакетики, если вам не нужны боксики, ничего страшного, очень неплохие пакетики, очень неплохие. Сейчас покажу. Вот так. Очень неплохие. То есть вы можете вполне хранить и здесь. Сейчас мы, кстати, я вот вам на этой же штуке и покажу. Очень, кстати, она удобная. Очень здорово, что я ее заказала, потому что даже сейчас вам их покажу. Значит, здесь что интересно? То, что они могут любую вашу фантазию, как говорится, воплотить. Кстати, многие стразики обклеивают там всякие свои телефоны, чехлы на клей специальный, такой суперклей. То есть не всем это нужно для маникюра. Некоторые стразики обклеивают совершенно там никакие не маникюры. Сейчас это очень модно. Даже на обувь, и вообще крепят и на одежду. То есть специальный клей такой жидкий для стразов продают. Вот в Леонардо, например. Очень, кстати, красивые камешки. Посмотрите, стразики прям как переливаются. В общем, здесь вот от средних до маленьких. В общем, классно. И главное, что любой цвет, любая ваша фантазия в маникюре там. Смотрите, ну все цвета, здорово. Но вот этот, конечно, это вообще, ребят, неземной красоты. Даже вот я боюсь открывать. Господи. Как ее тут открыть-то? Сейчас, ребятки. Просто не знаю. Оп. Я там не соображу, где мне надрезать надо было. О. Не могу открыть. Понимаешь, он открывается. Боюсь рассыпать еще. Не могу. Давайте я лучше здесь внизу отрежу, потому что это мы сейчас будем 20 минут с вами открывать. Я все равно это не буду здесь хранить. Если вы будете хранить в пакетике, то аккуратненько открывайте. Я не буду хранить в пакетике. Мне удобно вот в таких емкостях хранить. Боже, какая-то красота. Переливается всеми цветами радуги. Но это еще ладно. Главное то, что они очень мелкие. Но многие, наоборот, пишут, ой, такие красивые, но очень маленькие. Я такая думаю, так, надо заказывать. Девушка написала, что они очень маленькие. Это то, что я ищу. Просто как песок. Нет, это, конечно, не как песок. Он все-таки безумно переливается. Сейчас я вам покажу эту красоту, ребята. Посмотрите, они мельчайшие. Мне кажется, они даже маникюру не будут мешать, потому что они нереально мелкие, и они не будут сильно все царапать. То есть они будут такие ненавязчивые, переливающиеся бриллиантики, да? Ну, шикарно. Шикарно переливаются. Я думаю, вы будете рады таким стразикам, потому что такой мелкотни я вообще нигде не видела. Вообще нигде. Крупные, пожалуйста, без проблем. А вот такую мелочь, красивую-прекрасивую. Ой, вообще. Мы с вами обязательно потом наваяем маникюрчиков. Вот что, я не буду до конца высыпать, потом после видео все сделаю. А, видите, тут такая мелочь, я думаю, ко всем маникюрам можно подобрать. Черные, розовые, фиолетовые, синеватые такие, не совсем синие, больше такую смесь фиолетового с синим. Голубые, красные, салатовые, желтый, прозрачный. Ну, прозрачные здесь вот эти считаются более-менее. Ну, здесь такие, знаете, таким вот нежно-нежно желтоватый, что ли. Очень красиво. Я надеюсь, что вам на камеру видно, как они блестят. Просто у меня, если сильно близко поднести, то... Ну вот, я думаю, видно. Классные, кстати, эти емкости. Я рада. Я рада. Смотрите, вот так вот ставишь, да? Как тебе удобно. И всю эту красоту наблюдаешь. Здесь тоже ко всему можно подобрать, к любому. В общем, я уже думаю, как мне все это использовать. Обязательно ждите маникюрчиков. Так, тем более мне там бульонок надарили.
Мне там Born Pretty два раза присылал бульонки. Мы тоже их используем. Вот у меня, видите, бульоночки тут есть. Вот, всякие там. Вот такие у меня есть новые. В общем, теперь вообще я могу, что хочешь, что захочу, что, как говорится, оживить стемпинг. Иногда просятся рисунки, особенно с цветами, там, знаете, такими огурцами, там, когда хочется закончить какой-то вот капелькой, да, или стразиком, или с капелькой серебра, или золота обычно я люблю делать, можно белым. Так что, девчонки, кто просил, имейте в виду, вот, вот вы почитайте там отзывы, надежный продавец, все там просто там, я говорю, вот на эти 4000 отзывов выбирайте, какие именно у меня, я напишу, потому что там вот одних прозрачных тоже не одна была, я очень долго думала, какие взять, потому что мне не хотелось просто прозрачные, мне хотелось, чтобы все-таки во время носки он очень хорошо отблескивал. А тут именно, понимаете, все цвета радуги. Вот, девочки, так что так. Если вы знаете хороший магазин стразиков, где вы покупали, обязательно мне напишите, лучше ссылочку пришлите. Я с удовольствием посмотрю, поизучаю. Потому что очень здорово, когда кто-то, надежный человек, как говорится, тоже получал. И вы знаете, что хорошие стразики. Обязательно мне напишите, я тоже посмотрю, вдруг пригодится, да, покрупнее, например, захочется. То есть обязательно мне пишите, я с удовольствием поизучаю. Мне очень часто подписчицы классные ссылки скидывают. Я благодаря вам такие интересные товары. Нормально, да? Благодаря вам, ну ничего, смотрите, зато как красиво, на розовом. Благодаря вам нахожу очень красивые, ну классные и лаки мне девочки присылают. Вот, и для стемпинга лаки классные, да, там, и классные интересные пластиночки мне присылают. Я всегда с удовольствием смотрю, все. Да вот даже недавно мне девушка прислала, допустим, фартук, как я искала давно, вот, как у меня, я хотела второй такой же, похожий. Вот, мне девушка прислала, что она как раз покупала. Я думаю, как здорово, буду тоже вот сейчас заказывать его, потом вам покажу. Вот, так что давайте я не буду тратить время собирать стразики, ничего страшного, сейчас их соберу быстренько. Ну, в общем, девчонки, вы меня поняли, да, все вам показала, рассказала. Надеюсь, вам понравились мои обалденно красивые стразики, просто, ну, я уже думаю, хочется с ними походить. Ну, хотя, вы знаете, может быть, не всем нравятся такие мелкие, но смотрятся они, ну, просто... Знаете, как маленькие, вот правда, бриллиантики. Они как настоящие, да, вот эти крупные, они все-таки не такие красивые. А эти, ну, я надеюсь, что камера передает какие-то, ну, качество их. Что они обалденные красоты. Недаром там народ так заказывает в этом магазине. Я очень рада, что он мне попался, если честно. Ну, все, будем закругляться. Буду сейчас их собирать, эту драгоценность. Видите, я такая неловкая. Ну, ничего страшного. Сейчас соберу. Все, девчонки. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!